Ага, кишку, значит, набиваем. Даже не подозреваем, что сейчас будет операция по смене пола. Мальчик станет девочкой. В жопу вшик, больше не мужик! Попытаться сделать мне сюрприз. Чувак, эй, ты чё? В кресочку да нагоня. По-любому затирал. Надо его этим лаптем шугнуть. Эй, у тебя шнурки развязались. Прости, чувак, вы бы все равно катку слили. Какое-то плохое предчувствие. А вот и пончик подоспел. Чувак, у меня всего лишь одна просьба. Если я сдохну, не ешь меня. Знакомый голос, кто это? Так. Кажется, я начинаю вспоминать. Ассистент, после того, как мы закончим, сделайте пациенту клизму. Нахера? Так. На всякий случай. Ах ты пёс, я тебе сейчас твою цыплячью шею ломать буду. Хотя ладно, живи, засланец. Но помни, я за тобой слежу. Куда ж вы все убегаете, поросятки? Батька только начал. С любовью, ёпта. Воу, а полегче, можно умирать. Погодь, дай перезарядиться, пожалуйста. Спасибо. Куда этот Бобик подевался? Выходи, подлый трус, больше гранат кидать не буду. А, вот мы где. Хитрожопы, значит. Да на каждую хитрожопу найдется хер с винтом. Хотя на хер с винтом найдется жопа с лабиринтом. А у собачки, кстати, хороший план. Еще чуть-чуть, я без боеприпасов останусь. Да сдохни ты, блядь, тупая скотина! Просто расслабься и сделай это. Ну давай, все сюда. Тут мясо свежее. Вот этот же с гранатами, блин. Мать твою! Сучонок, блин, всю малину мне обосрал. Давай, подходим, не стесняемся, прощелыги. Эй, а ну хватит дохнуть. Хороший режим, кстати. Даже стрелять не надо, сами дохнут. Ну чё, как жизнь тут, пляж? Сука, кто там меня за жопу схватил, а ну признавайтесь. Твою ж мать, я у них прям на головах стою. Тупые твари. Тише, ребятки, спокойно. Не надо напрягаться. Я ж свой пацан, ну чё, даже по-вашему немного базарить уже научился. Что в переводе означает, через 10 секунд ублюдки вы будете жалеть, что не сдохли сами. Не обращаю внимания, всего лишь маленький комарик. С большим болтом. Какой к черту медик, у тебя нахрен башка отлетела. В такие моменты оптимисты кричат «до свидания». Хорошо, сейчас ему его дружка отправим, чтоб веселее там было. Здрасте. Резкий как поднос. Бедняжка, не повезло-то как парню. Вот смотрю на него и думаю, это ж надо такая непруха. Чувак стал зомби, да еще и в текстурах нахрен застрял. Прямо как цепной пес. Может подразнить его,
Самое главное, чтобы он с цепи не сорвался. Че ты там крючками своими машешь? Спать. Ну что ж, спасибо за просмотр, друзья. Не забывайте оставлять свой комментарий. Если понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А также делитесь с друзьями. А с вами был я, Деду Ген. Удачи вам и хорошего настроения. Пока.